Привет! Начнем утро хотя бы с планки. Хотя утро у меня началось уже 3 часа назад. Я отвезла Санька. Вчера с вами не попрощалась, извиняйте, но я вчера работала допоздна. Приехала, уже сил не было, просто покормила мужа ужином. И мы пошли спать. Вот такие дела. О, как хорошо! Надо хоть какую-то спортивную нагрузку иметь с утра, поэтому вот хотя бы планка. На дорожке никак не могу найти, ругаю себя и не дохожу. Ха-ха, вот такая вот сила воли. Дель тоже в планке стоит, лежа. Да, ты тоже в планке стоишь? Ой, как ты хорошо стоишь. Ой, как хорошо ты стоишь. Леглась. Уйди, уйди, говорю. Козюля. Ой, козюля. Так, стоим 20 минут. О, тяжело. 10 минут. Еще чуть-чуть. Еще немножечко, еще один помощник. Вот как йог мой. О, все, идите все отсюда. Стоп. Фу, Делечка, да уйди. О, потянуться. 20 минут. Я уже завтракала. Сейчас буду делать только кофе себе. Кофе. А вчера мне клиентка подарила конфеты, презентовала. Потому что опоздала ко мне на 30 минут почти. Приятно, конечно, но лучше не опаздывать. Сказала, что конфеты с Германии прислали ей. Вот, так что... Но я с ними кофе пить не буду, это детям. Я буду пить кофе с сыром. Я себе купила вчера бри. Вот я не пойму. Сейчас я, кстати, в интернете посмотрю, чем отличается камамбер от сыра бри. Упаковка вообще одинаковая, состав одинаковый. Калорийность одинаковая. В чем прикол? То есть один сыр имеет 2 названия. Сейчас почитаю и вам расскажу. Это я уже успела, Санька отвезла в магазин заехать. Купила молоко со сметаной, потому что обещала мужу блинчики на ужин. По акции взяла, пьет и Дима, и Саньку понравился зеленый чай с мелиссой. По акции были барни, Санька берет в школу. А на ужин хочу приготовить горбушу с рисом. Пеленки взяла, которыми Делька пользуется. Взяла вот такой освежитель воздуха и пакеты 240 литров. Мне кажется, туда можно 2 меня будет положить. Ну, мне надо довыкинуть весь мусор, и мне нужны пакеты. А вот мой кайф. Кофе, капучино, мед, остаточки. Саня сегодня ела с утра с гренками. И 3 малюсеньких кусочка сыра. Чтобы вы понимали, эта мисочка вот такая вот маленькая. А, сейчас у меня будет вкусный сыр. Кстати, там нет углеводов, там жиры и белки. Люблю лаваш, не могу. Мы вчера сколько купили, я покупаю в одном месте в Твери. Покупаю сразу на 100 рублей, и мне дают 5-6 штук. Ну, видно, от настроения у них зависит, не знаю. И я вот сейчас их разложу по пакетам и уберу в холодильник. Меня научили так хранить лаваши. И они реально там не портятся. Главное убрать из пакетов весь воздух,
чтобы они не сохли. Сделать их максимально плоскими. А так они, смотрите, вот такие вот. Вкусные вообще. Всегда такие поджаристые. Прям ароматные. Видите, какие? В магазине вот такие не купить, только в определенных местах. И вот сейчас уберу в холодильник. Пеленки я тоже вовремя купила. Осталась одна штука. Я их не храню в упаковке. Я их открываю и сразу перекладываю в коробочку. Мне так нравится. Эта коробочка стоит в туалете. Удобно из нее брать. И эстетически красиво. Как считаете? У меня как раз сюда влезает две упаковки. Сегодня у меня вот такой рис. Вода уже закипает. А рыбку не знаю, она почти разморозилась. Пока думаю, что с ней делать. Не стала мудрить. Налила соевого соуса, поперчила, посолила. Сейчас она еще минут 15-20 постоит. И просто пожарю ее в сковородочке. Рис сварился. Рыбку попозже поставлю, поближе к приезду детей. Хочу, знаете, что сделать? Ставить серьги. Свои, которые обычные золотые, маленькие. Потому что вот это ухо постоянно зарастает. Вот эти серьги, которые мне Дима подарил на годовщину свадьбы, топазовые, они мне очень нравятся. Безумно красивые, нежные. Но за счет того, что они длинненькие, их невозможно носить постоянно. То есть они цепляются, спать в них тоже невозможно. Во-первых, я боюсь, что они где-то здесь переломятся. В общем-то, они такие у меня, грубо говоря, парадно-выходные. Поэтому я их уберу. Вот. Но так как уши зарастают, я просто ставлю свои обычные серьги, которые я носила. Это тоже золотые серьги, они... С бриллиантиком, с малюсеньким. Это подарок Димы на рождение Санька. Я, может быть, где-то уже говорила. Я их сейчас протру. У меня есть тут хлоргексидин. Протру. Ушко протру. Вот это ухо просто вставлю. Сережку. Что-то и здесь уже не вставляется. Ну что такое? Ой, больно. Блин, походу это тоже заросло. Вот не одевала серьги 3 дня, наверное. А, не, во, нормально, это вставилось. Просто попасть надо было в дырочку. Во. Все, сейчас уже опять красные будут. Трин-трин-трин. Я их обожаю, они такие милипусечки. Но я их очень люблю, они мне дороги прям. Так, а второе ухо мы сейчас будем что делать? Мы сейчас протрем тоже сережку и ухо. Такой хороший английский замок.
протрем ухо. И на сережку я нанесу мазь. Она называется, не знаю как, но что-то похоже на левомиколь. Левосин, короче, противомикробный. Почему я это сделаю? Для того, чтобы ушко не воспалялось. Прям на вот эту штучку, которая вставляется в само ухо, нанесу. Такая вот хитрость. И в это ухо сейчас, блин, сейчас это мучение будет на 10 минут. Я уже сварила рис. А, я уже сказала, да? Стала за собой замечать, что не помню ничего. Что рассказываю. Вчера про кофе говорила с сыром. Забыла. Сейчас видео монтировала. А сегодня с утра опять вам рассказывала про этот кофе с сыром. Уж не обессудьте. А, как больно. О, во, проткнула. Все. В общем-то, если мне нужно будет надеть те серьги, то я буду просто вынимать вот эти и менять их местами. Записала, кстати, на новогодний маникюр. Сейчас зацепилась ногтем и вспомнила. Открыла моя Галя запись. Так что я сразу буду делать ко дню рождения. И останется у меня на Новый год. А там уже в январе как получится. Посмотрим. Вот. Ольке выставили какие-то оценки по химии за прошлую четверть. Непонятно. За журнал. В журнал выставили. В электронный. Все, что я пойду? Пойду белье повешу и пойду, наверное, начну разбирать наверху. О, Саньку оценку выставили. Пойду телефон возьму. Для меня все время стресс открывать Санькин дневник. Я все время подозреваю, что там что-то не очень хорошее. Учитывая, что сегодня был английский. О, русский 5. Ответ на уроки. 5. О, молодец. Что я не доверяю своему ребенку? Он у меня отличный мальчик. Нет, просто не доучила английский. Сегодня должна быть самостоятельная по звукам и буквам. Мы... Вчера же я уехала работать, и поэтому мне некогда было им заниматься. У Поли своих уроков. Вот столько вот. Просто выше крыши. Я, кстати, записалась на покраску на следующей неделе. Вот. И, естественно, выучила. Ну, так себе. Мы сегодня с утра повторяли. Ехали в машине, повторяли. Но... Там надо еще время, конечно. В общем, не знаю, пока оценки никакие не стоят. Либо она не успевает выставлять, либо что, не знаю. Мяу. Морис. Морис. Ну, Морис. Ну, Морис. Ну, скажи мяу. Скажи мяу. Морис, ну не стесняйся. Морис, котик красивый, да? Морис, усатый, чё усы-то отрастил? Красавчик, красавчик, да? Ты мой красавчик? Ну, красавчик же, ты стесняешься, что ли, да? Ты такой цвет, что тебе не фокусируется на тебе. Красавчик, да, вот он какой красавчик. И эти ревнушки тут же прибежали. Пока рыбка жарится. Я забыла совсем про посылки свои. Сейчас я вам покажу посылку со СДЭКа. А, я думаю, что особо мне сейчас именно эта штука не пригодится.
Я ее взяла на лето. Сейчас вы поймете почему. Я вам все объясню. Прикольные. Короче, вы даже не догадаетесь, что это. Но если только вы, конечно, не видели это в интернете уже где-то. Как вы думаете, что это такое? И у меня их две. Это очки. Бэтмен. Короче, знаете, как называются? Стоппи. Вот эта резиновая штука, мягкая прям она. Внутри, мне кажется, какой-то алюминий. В общем-то, я вам сейчас покажу картинку, вы все поймете. Это стоппер. Можно использовать для окон, можно использовать для дверей. Я взяла это, знаете, для чего? Для того, чтобы у Поли двери, которые выходят во двор, они летом же будут открываться, были зафиксированы. Я попробую их действие, когда Поле придет, и вам покажу. Я, кстати, решила испробовать один вариант на окне. Смотрите, здесь ручка, она, сейчас я уберу, бьется о стену. Видите, здесь нет зазора. И когда летом у нас дети, и все носятся, и бегают, и постоянно ручка вот эта бьется. Что мы делаем? Мы берем хвостик туда, подсовываем. Сейчас я вам покажу, не очень удобно. Вот так, оп, и все. И можно сделать это на любой ширине. Допустим, вот так меня вполне устраивает. Все, если вы нажимаете, ручка не достает, и все зафиксировано. И не портится ни подоконник, ни окно, потому что там все очень-очень мягенькое. Прикольно. Слушайте, клевая штука. Но вообще, я их покупала вот для тех дверей. И как обещала, вам покажу потом. Если на кольцо не ходила, никак я ни за что сама не решила. А, да? Угу. Потому что я даже не думала, что там надевать какие-то будут удалять. Прикольно. Да. Это вот эти штуки твои. Вот эти. Да. Ой. Мне можно пристроить. Я помылась, сейчас буду делать блинчики. Обещала мужу, детям. Санька делает уроки наверху. Ну, я за что люблю четверг, что на пятницу им всегда очень мало задают. А Поле наоборот, у нее на завтра там миллиард всего. Бедный ребенок, конец недели. А у них там целый воз заданий. Димуля позвонил, сказал, что поедет 6 часов на массаж и потом домой. Что-то уже который день тоже жалуется. Ну, наверное, третий день сегодня жалуется, что не очень хорошо себя чувствует. Но это видно накопительно, потому что ездили в Питер на выходные. Муж вообще не отдыхал, получается. Работал без остановки. Я так подозреваю. Ну, еще и давление сегодня уличное 760, высокое.
Может быть, это сказывается. Ну, в общем-то. Мужики тоже себя плохо чувствуют. Не только женщины. Все, я сделала тесто. Целая миска теста. И пока оно постоит, я пойду посушу голову. А вообще, сегодня с утра мне папа позвонил. Он вчера звонил, ну, мы с ним созванивались, списывались, что он что-то подпростыл, я вам, по-моему, говорила. И сегодня с утра в 7 утра звонок. Папа мне обычно в 7 утра не звонит, он пишет смски, а если звонит, то уже позже. А я в это время была как раз в душе. И Дима мне говорит, ну, папа твой звонил. И у меня аж сердце прям сразу, вот, понимаете, вот просто прям туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда. Такие неожиданные, когда звонки уже. Всегда ждешь почему-то от них чего-то плохого. Я сразу думаю, ну все, папа, наверное, температура, наверное, там все плохо. Вот, еще я ему перезваниваю, у него абонент, не абонент, пишу ему на планшет, у него смс-ки не доходит, короче, какой-то караул. Вот, ну потом мы с папой списались, потом, он, оказывается, у него разрядился телефон, его поставил опять на зарядку. Короче, все нормально оказалось. Но вот прям звонок с утра меня выбил из равновесия. А, папа ходит везде, я так переживаю за коронавирус, это хоть он и маску носит, и все. Ну, блин, много ли надо? Так что вот, прям такой неожиданный звонок мне сегодня с утра выбил из колеи. Пойду голову сушить и потом вернусь и буду уже блинчики жарить. А здесь параллельно доглаживаю рубашку. Погладила белье, чтобы не копилось. А там Александр говорит, я спецназовец, мам, смотри. Короче, борется с подушкой. Смотрите, в полете за 2 секунды можно взять подушку. Раз, два. Ну что, время полдевятого. Все поужинали. Дима пошел отдыхать, что-то плохо себя чувствует, из-за этого у меня какое-то настроение такое паршивенькое. Я сейчас пойду к Полинке, хочу снять для вас видео вопрос-ответ. Я в Инстаграм, кто не подписан, подписывайтесь. Выложила сегодня с утра пост, под которым попросила задавать вас свои вопросы. И пойду посмотрю, поотвечаю, запишу для вас видео. И видео вопрос-ответ будет следующим, сразу после вот этого видео. Так что не теряйте меня, всем здоровья и хорошего настроения. Пока-пока.